Всем большущий привет, ребят! Сегодня, наконец-то, мы с вами отправляемся в магазин Чижик. Я еще там ни разу не был, что это такое, я не знаю. Ни одного обзора магазина я не смотрел, вы, наверное, видели, конечно. Ты же мне в комментариях каждый раз писали, сходи, Серег, в Чижик, и я отвечал, нет у нас. И вот открытие, наконец-то, и там открыли, и здесь открыли магазин Чижик. Сегодня я поеду в один из них. Наконец-то, ура, ребят, отправляемся сразу в магазин, посмотрим, что это за чудо такое. Доехал я до магазина, зря я переживал, что я его не найду. Тут везде вывески, там повесили плакат. Указатели везде есть. Смотрите, все в желтый перекрасили. Огромный, видимо, магазин. Шарики надули. Люблю ходить по магазинам, когда они только открылись. Там все чистенько, все аккуратненько. А где он? Вон вывеска, Чижик. По улетным ценам. Аренда здесь недорогая, поэтому очень выгодно должно быть. Ну что, магазин большой, смотрите. Это вход, а там, видимо, выход. Прикольно. Так, заходим. Так, неужели это правда? Вот если мне что-то не понравится, я прям без чека могу прийти и вернуть это все. О, новые корзинки. Хорошие. Не как светофоры бушные. Хорошие новые корзинки. Аккуратно все есть. Ценники новые, конечно. Красиво. Палеты почему-то на стене. Типа декор такой. В целом очень даже аккуратно. Тут коробочки подрезают. Здесь тоже все. Коробочка на коробочке все подрезано. Очень красиво, конечно, когда открытие магазина, но потом еще раз сходим через год, посмотрим, что здесь будет. Такие цены. Масло по 80, есть масло по 99, золотая семечка. Ну, обычная цена, в принципе, для золотой семечки. В принципе, не очень большой магазин, вот это вот весь получается. Это вся площадь, то есть 4 ряда. Фрукты есть. О, бананы по 69, это выгодно, они у нас по сотке. Яблоки сезонные по 80, нормально. Голден по 99, тоже неплохо. Гренни по 90. Обычно у нас по 140, по 150. Хорошие, крепкие. Лимоны по 120, это дешево. Вот это реально дешево, потому что везде уже по 170. И не сухие. То, что вот я говорил про доброцен, зашел. Все овощи сухие. Все. Огурцы по 60, лук. Ну, везде по 60. Капуста 50. Ну, овощи есть, это хорошо. Коробка. На палетах стоит что-нибудь? Вот на палетах яйца. Какие-то хостовары. Понять, посмотрим. Каждый четверг новинки. Это самое выгодное, получается, что здесь есть. Но Galaxy и много в светофоре, в принципе. Не самые популярные здесь товары. Какие-то пароочистители, швабра, пылесосы, подушки, полупустые стеллажи. Может быть, еще только открылся. Обычно мелочевки всякой много. Тут не заполнено. А, вот еще есть. Тарелки, я люблю тарелки, по 60, по 69, по 70 рублей. О, хорошие, крепкие, толстые. И маленькие тоже по 70 рублей. Салатники тоже по 70 рублей. В общем, обычные цены. Контейнеры только такие и вот такие. Ассортимента мало. Но цены примерно нормальные. Я нашел, акула продается здесь по 500 рублей. Смотрите, какая огромная. Вот это хорошая цена. Гигантская акула. Сейчас пощупаю, мягкая, нет? Приятная на ощупь, смотрите, огромная. Мы такую покупали, кажется, за 2000. У нас акула есть. Или, ну, дороже точно. В общем, большая, смотрите, какая. Всего 500 рублей. Шлепок нигде нет. Ребят, представляете, вот кроксы ищу себе. Ни в светофоре, ни в маяке, нигде, ни в победе. И здесь тоже шлепков нету. Тапки по 240. Нормальная цена на корзинки по 250. Они просто огромные, смотрите какие. Литров 20, наверное. Хорошая корзинка, мягкая. Везде этот Мираторг. Слово мясника, везде это. Вот опять Мираторг. Тоже полупустой холодильник. Очень странно. Здесь тоже почти ничего нету. По цене скажу. Тушка у нас стоит 140, это обычная цена для нашего региона. Голень по 160, бедро 130. Филе 250, тоже обычная цена, можно просто в магазин у дома рядом зайти, в Магнит, такая же цена будет. Ценники все огромные, приятно. Смотришь, издалека видно, вот это хорошо. А то вглядываешься обычно в маленькие, ничего не видно. Здесь прям такие гигантские, это хорошо. Вот я смотрю, Светаева везде. Какая-то торговая марка, наверное, это Чижика. Чижик от Пятерочка, то же самое, X5.
Цветаю. Мягкий. Мягкий уже расставил. Давайте вот этот возьмем. Сколько стоит? 34 рубля, кстати. Это очень дешево для морожки. Это очень дешево, реально. Это не просто дешево, это прям очень дешево. Без заменителя. Мягкая. Пусть заморозится, я потом в конце зайду, возьму. Так, дошел я до колбасы. Колбаса докторская 140 за 400 грамм. Тут нет самых дешевых колбасок, тут нету. Но вот я смотрю, Вернер, это все колбасное здесь. Вот тоже Вернер. Вот тоже Вернер. И вот тоже Вернер. Это все колбасная торговая марка. А Светаева — это молочка. Возьмем, попробуем. Ну, вроде обычная докторская. Свинина, говядина. Так, меховалки нет. Попробуем. Давайте в молочку зайдем, сравним цены с обычными магазинами. Простоквашино. Ну, 79 плен по акции, также и в Магните оно продается. Но есть обычная цена 79. А вот тоже Светаева. 59. Давайте возьмем, что ли, сыр тогда светаевский. Есть голландский, есть российский и гауда уже нарезка. Но в среднем вот 500 рублей килограмм. Сейчас это очень дешево считается. Давайте российский. Я не люблю российский, давайте голландский. Возьмем. Ой, мягкий. Прям мягкий. Попробуем. 500 рублей за кило, это очень дешево для сыра сейчас. Ну, в общем, по ассортименту мало, ребят, мало. Смотрите, вот целая полка стоит оранж. Огромная полка, весь адреналин, Кубань, тоже целая полка. Мало наименований. Может, потом, конечно, подвезут. Давайте возьмем каких-нибудь еще сосисек, вот этих вернерских. Категория Б указана, килограмм 360. Хорошие сосиски на вид. Берем. Тоже в заморозке свои бренды. Называется меню Гранд, Гранд меню. И пицца, и готовые блюда Гранд меню. И вот тоже пельмени Гранд меню. Единственное, что есть не Гранд меню, это жаренки. Жаренки вот такие. Что возьмем, пиццу или пельмени? Или чебурек? Много мяса? Давайте чебурек. 39 рублей. По цене пельмени тоже здесь очень недорогие. Так, тесто 60 рублей. Дешево. Такое тесто, полкило. А пельмени 200 за килограмм. 200, а, за 800 грамм. 200 за 800 грамм, за кило 250 получается. Пельмеши в следующий раз тогда возьму. Если про магазин говорить, смотрите, шикарные проходы. Прям легко разойтись. В общем, сам магазин чистенький, аккуратненький. Но ассортимента мало, мало выбрать, совсем не из чего. Это что, это начало уже разваливается. Подклеим давайте его. Ну вот, собственно, весь магазин я вам показал. Обошел за 5 минут. Здесь, это Бакалея уже, последний ряд. Вернер тоже. Тушенка не самая дешевая тут. То есть красной цены не обнаружено. И есть еще Дикое море. Состав не могу найти. А, вот состав. Свинина, лук, соль, лаврушка. Все, никакого своего мяса. Ну, конечно, за 130. Давайте попробуем, вкусно ли это будет. Вот тушенка — это как показатель. Посмотрим, что это такое. Давно я не пробовал кабачковую икру. И вот смотрите, тоже новая торговая марка здесь. Называется Гринола. Гринола и заморозка были. Все овощи замороженные я видел. И все, смотрите, огурчики, помидорчики, кабачковая. Вот тут все Гринола. Икра разная. Варенье тоже. Давайте кабачковую. Я люблю кабачковую икру, если она сделана. Да, сделана в Славянске на Кубани. Цена. Цена 70 рублей. Берем. Берем. Должна быть вкусная. Славянские на Кубани всегда вкусная. Я даже сразу не понял, что это лапша. Это самая дешевая лапша. Потому что даже сейчас в фикс-прайсе дороже уже. 9 рублей. Изделие Маквау-Чо. Такая вот малюсенькая. 60 грамм. Курица и говядина. Давайте возьмем. Может, говядина будет острая. Малюсенькая такая. Но это самое дешевое, что сейчас есть. Дома. Щедрый год. Всегда все есть. Это точно для этого магазина сделали. Щедрый год, торговая марка. Цикорий. 200 грамм, 79 рублей. В принципе, нормальная цена. Напиток я хочу просто взять. Сейчас посмотрю. Если тут ничего, чая нет какого-нибудь, то возьму цикорий. Чай я не нашел. Берем щедрый год, цикорий. За 70 рублей. Очень хорошая упаковка. Прям качественная. Упаковка огонь. Плотная такая и красивая. Вернулся я за мороженым, взял шоколадное. Иду на кассу, так, набрал всего на обед, чуть-чуть взял, ну и хватит перекусить. Мало чего на выбор, вот печенье тоже.
целый стеллаж одно печенье, второй стеллаж другое печенье. Тут можно было уместить много всего. Ну вот, мало пока завезли. Закупился я, в общем, в Чижике. Что еще здесь есть? Вот отдельный выход. То есть ты не можешь выйти через вход. Тут все так тоже. Смотрите, вот огромное место. Еще свободное есть весы контрольные. Ну и все. Все чистенько, и людей в нем нет, в этом Чижике. Потом схожу в другой Чижик. Ну, в этом как-то очень немноголюдно. Но если место такое особо-то немноголюдное, это вот внутри, видите, мебельный. Иду на выход. Тут тоже людей нет. Тут фикс прайс. Тоже там людей нет. Вот у нас на Титово фикс прайс, да? Как не зайду, там просто не протолкнешься. Так, я немножко разочарован, конечно. Я сейчас вернулся из магазина, все ехал, думаю, ну что же в нем такого особенного? Напишите мне в комментариях, ребят, чем мой Чижик, который у нас здесь, отличается? Может, я не в тот, может, это неправильный Чижик? Может, он не в правильном месте открылся? Почему там нет людей? Почему там цены, почему там ассортимент такой маленький? Почему цены не самые дешевые? Только наслышан про этот Чижик, что я думаю, ну сейчас я приду и прям вот здесь схвачу, там схвачу, всего нахватаю. Ну, посмотрел, ну, цены одинаковые вроде бы. Какая-то новая торговая марка, вот щедрый год, это, вернее, много новых торговых марок, вот лапша, Бернер, Гранд Меню, вот это все это новые, все это сейчас попробуем, сейчас, ребят, настолько все быстро меняется, сейчас же век новых технологий, все, что раньше десятилетиями происходило, сейчас за год-другой все сразу меняется на глазах буквально, поэтому нужно оставаться в ногу со временем, со всем этим, я же рассказываю вам всегда, что раньше то, что тысячи человек делали, сейчас делает один человек, все остальное автоматизация, роботизация, информационные технологии, искусственный интеллект в том числе, поэтому чтобы не остаться за всем вот этим вот, нужно осваивать все эти современные технологии, чтобы тоже на этом зарабатывать как-то. Поэтому я и порекомендую, пройдите, тем более бесплатный интенсив-курс от школы продвижения. Называется «Заставь искусственный интеллект зарабатывать за вас». Что такое нейросеть? Вроде непонятная такая штука. И вас буквально за ручку проведут до состояния понимания и как на этом зарабатывать на этом интенсиве. За эти 3 дня ты узнаешь, какие 15 услуг можно оказывать, применяя искусственный интеллект, и определишься с тем, какие ты будешь оказывать без особых знаний. Тебе покажут, как построить план выхода на первые результаты и, конечно, же ты получишь море практики в этой сфере. И такой заработок на нейросетях можно совмещать с чем угодно, даже если ты мама в декрете или в возрасте, потому что нейросеть практически большую часть работы делает за тебя. Тем более в этой сфере можно конкурировать и ей нужно обучаться, поэтому переходите на сайт, ссылку я оставляю в описании к этому видео на этот интенсив. Старт уже совсем скоро, 19 июня, поэтому переходите по ссылке, бронируйте место. Я напоминаю, участие для моих подписчиков совершенно бесплатно, поэтому, конечно, бронируйте, конечно, участвуйте. Современные технологии надо осваивать, ребят. Поэтому удачи вам, там ничего сложного. Итак, новый магазин. Что нам предлагает Чижик? Давайте пробовать. Чижик у нас сегодня, где-то морожка у меня была. Начнем с мясных, как обычно, а потом уже до морожки я положил в холодильник. Начнем с докторской колбасы. Я сейчас подумал, что это не так дешево и сравниваю все со светофором, но это имеет место быть, Чижик, то есть, если это очень вкусно и очень качественно, потому что цены вроде не сильно дешевые, то есть, ну, обычные такие, недорогие, конечно, но если это окажется очень вкусно и качественно, тогда это имеет место быть, потому что я почему-то подумал, что Чижик это дешевый магазин по типу светофора, ну, то есть, самое дешевое. Ну, давайте попробуем. Итак, у меня колбаса вареная докторская, здесь написано ГОСТ, классический вкус, без ГМО, без сои, из настоящего мяса. Итак, шрифт очень мелкий, но я зачитаю состав. Свинина, говядина, яичный меланж, молоко сухое, никакой мехобвалки, я уже говорил, тут нету, стабилизаторы и аскорбинка. Произведено 8 июня, то есть буквально неделю назад, это очень круто. Делает это Камский комплекс агропромышленный, город Набережные Челны. Колбаса, я ее достал, первое, что я понял, она прям как колбасный сыр пахнет, то есть копченый аромат. Я такого в докторской колбасе еще не встречал. Копченый аромат. У докторской такое не должно быть. Рыхлая немножко колбаса. Хрящики, если сильно надавить пальцем и так проводить, то прям хрящики и встречаются. Кстати, эту колбасу тоже проверим на крахмал. В составе его не было, но вот сейчас вот то покажу. Мне в комментариях просили теперь мазать колбасу каждый раз. Достал йод, помазал, потом через минуту еще раз помазал. И где-то еще через минуту, видите, она вообще никак не темнеет, не зеленеет, ничего не происходит. Она ровно такая же коричневая, красивая. То есть вот мазок красивый остается. То есть ничего там не окрасилось, крахмала в ней нет. Состав хороший, но пахнет она прям ядерно копченым.
Докторскую колбасу я такой еще не встречал. Пробую. Подавился. Колбаса вкусная. Прям вкусная колбаса. Плотная. Немножко суховато. Но она приятная. Мне она понравилась по плотности. Я ее давлю-давлю. Давлю-давлю. Ничего от нее не отслаивается. Ничего не вылазит. Смотри, как я сильно давлю. Обычно надавишь, и такой сразу кусок вот так вот делает, вываливается. Хорошо. Вот он кусок. Но это я уж раздавил ее. Очень хорошо спрессовано. 140 за 400 грамм, 300 рублей килограмм примерно. 300 рублей кило, это нормальная цена для докторской колбасы. Ладно, первый плюс в копилочку. Пойдет, нормально. Колбаса зачетная. От души немножко отлегло, потому что я думал, что это вообще есть невозможно будет. Еще и дорого это получится. Но это оказалось неплохо. Пробую следующие сосиски. Здесь упаковка прям хорошая такая упаковка. Прям качественная вот упаковка, это прям крутая. Состав сразу: свинина, вода, говядина, животный белок, молоко, яичный. Ну, примерно такой же посолочная смесь. Тоже вот ни крахмала, ни меховалки тут не указано. Упаковано тоже в июне, то есть наисвежайшие просто сосиски. Это тоже приятно. Стоили такие сосиски 189. Здесь полкило получается дешевле 400, где-то 350 рублей. Внутри аккуратные сосисечки. Натуральная, скорее всего, оболочка. Мягкие сосиски. Я уже разрезал ее вдоль случайно. Немножко так разлазится. Все пахнет приятно. И аромат у них сразу какие-то такие травы. Специи приятные. Это прям пахнет очень хорошо. Кориандром, кажется, прям яркий аромат. Приятная сосиска, ну, не растекается в руках, конечно же. Давайте пробовать. С ароматом копчения, но нет. Вот эти сосиски после докторской колбасы этого аромата копчения не чувствуется. Может быть, но я уж после той докторской не так сильно, как-то. Это приятные сосиски. Такие я бы в магазин не вернул. Реально вкусные. Хорошие. И даже кожура жуется. Мое мнение о чижике начинает меняться. Я правда думал, что это что-то такое светофорное будет. И покупал буквально наобум, что первое приглянулось, ничего особо не выбирал. Вернер сосиски хорошие. 350 за кило. В принципе, за 350, без мехобвалки и приятный вкус. Это твердая пятерка. Сосиску я доел, никаких жил там не встретилось. Однородная масса, нормально. Плюс приятный аромат. Травы чувствуется, кардамончик или что такое, кориандр там точно есть. Аромат приятный. Необычные сосиски, нормально. Я почему-то думал, что чижик — это наполовину будут хостовар, наполовину продукты. А у меня, получается, там одни продукты были в этом магазине. Но вот пишите, правда чижик — это только продукты? Я почему-то думал, что там реально будут хостовары какие-то. Итак, кабачковая икра. Торговая марка Гринола, 520 грамм. Я уже говорил, что это сделано в Славянске на Кубани. Я всегда говорю, что если в Славянске на Кубани, то это кабачковая икра хорошая. По дате производства это прошлогодняя, конечно же. Но сейчас еще кабачки не выросли. Стоило 69 рублей. Дороговато. Хотя сейчас вот это даже самая дешевая магнитовская, которую я всегда покупаю, она уже 40 рублей. А там 360 грамм. Здесь 520. Вы поняли, как я обычно выбираю кабачковую икру. Славянск на Кубани, ну и смотрю по плотности, она там не растекается, жидкая. Я не люблю, и по однородности никаких кусочков там нет. В общем, это уже вижу неплохая кабачка, прям свеженькая, хотя год назад сделанная, но нормально пахнет, цвет хороший. Это та же самая, что и в магните. Ну, один завод, один конвейер делает, только здесь в стеклянной банке. Я бы прям сейчас кусочек хлебушка бы. О, точно. У меня аж хлеб пропищал. Готов хлеб. Это необычный хлеб. Я сделал с тыквенными семечками, там намешал всего, перемолол вначале, добавил. Ну-ка. О, какой красивый хлебушек. Пахнет, получается. Вкусно пахнет. Так, СРМ. В общем, икра твердая пятерка. Она и пахнет приятно, ароматно, и густая, и чуть перчик там есть. Чуть-чуть остренько. Отличная икра. Но я такие банки все равно не покупаю, потому что ложка туда не залазит. Когда сверху съедаешь, потом уже ложка туда. Но у меня специальная длинная ложка есть для этого. Но неудобно. Все равно там так выгребаешь. Проще брать такую маленькую баночку, либо широкую. Но икра вкусная. Твердая пятерка. Вот сюда ее.
О, давайте, знаете, что попробуем? Чебурек, а то он у меня здесь на столе размокает. Такой чебурек, 39 рублей стоил. Если еще и чебурек окажется вкусным, но это будет... Стоил такой 40 рублей. Кстати, у меня сейчас интересная история такая. В магазине я иду, выбираю все продукты, и меня останавливает, я просто не сразу понял, что меня останавливает, женщина так руку протягивает, он может на полку тянется, и я, ну, так, то ли пройти, то ли остановиться, потом смотрю, она меня останавливает, оказывается. И я сразу не понял, я потом смотрел на нее, то ли подписчик, то ли директор. Вы, ребят, меня когда встречаете в магазине, вы сразу говорите: «Серега! Привет!» А то я не понимаю. То есть, если вы кликнете «Серега», то я сразу пойму, что вы меня знаете, то есть подписчики. А если меня просто кто-то останавливает, то ли директор, я не понимаю, что делать, бросать корзинку, убегать и так далее. А то директоры разные бывают. Директора тоже иногда останавливают, там интересно же, что ты ходишь с камерой по магазину. Итак, такой вот чебурек, 40 рублей всего стоил, то есть цена тоже не сильно дешевая, но и недорогая. Большой и сочный, тут так написано, 180 грамм, без сои. Полностью натуральный, только разогреть. Много мяса. Я уже читал такие: много мяса, конечно, но без сои. В общем, это заявка. Давайте пробовать его, что там внутри. По фаршу: свинина, лук репчатый, фарш куриный, жир говяжий, жир свиной, петрушка, ароматизатор говядины, соль, перец. Тоже вроде свинина написано, но какая часть свинины, тоже непонятно. Я уже пробовал чебурек, написано свинина, а там непонятно, какая часть. Легкий, селезенка, это в лучшем случае. Изготовитель: ООО «Морозко». Изготовитель известный, чебурек сам большой, красивый, есть на нем под жарочки, он реально толстый и тяжелый, большой такой чебурек, ну, красивый. Я его не на сковородке буду сегодня разогревать, а просто в микроволновку. Что там внутри, в разогретом чебуреке? Что-то вытекает, это типа жир, это сочно, неплохо. Выглядит горячий. Начинки, сколько там начинки? Ну, начинки там много, видите, там начинка прям от края до края. Фарш рыхлый, пахнет лучком, нормально пахнет. Для разогретого чебурека это, в принципе, очень даже неплохо, аппетитно. Давайте пробовать. И смотрите, вот тесто даже не сильно толстое, не размякло, поджарочка есть. Отваливается, ну это я просто раздербанил. Пробую чебурек. Мясо здесь мягкое, начинка мягкая, напоминает дешевые пельмени. Но на мясо это не похоже. Когда я делал вот чебуреки недавно с мясом, домашние чебуреки с мясом, ну прям мясом и пахло. Но это все-таки магазинный чебурек, что... Здесь зеленушка, в общем, есть. Мясо мягкое, то есть никаких жил там нету, ничего не хрустит на зубах. В принципе, нормально. Жирненькое, сочненькое. Для чебурека за 40 рублей, для магазинного, это неплохо. Все равно по такой цене ничего другого не купишь. За 40 рублей шаурму ты не купишь, котлет по-киевски там тоже мяса не будет. Никакая булка тоже ни с какой начинкой за 40 рублей не будет. Поэтому, как вариант... Здесь даже, смотрите, жирка сколько много. Это жирненько, это точно утоляет голод. Это съедобно. Кстати, он большой, он реально большой. Я одну половиночку съел. Я... Нет, он вкусный. Он вкусный, я бы доел бы. Но я уже наелся, он очень жирный. А, еще про жилы забыл сказать. Жилы не встречаются. На зубах все перекатывается хорошо, равномерное. То есть мяско перекручено хорошо. Никаких жил. Поэтому четверка. Пойдет. Так. Пробуем тушенку, ну такая вот тушеночка, 130 рублей стоила. Смотрите, за 150 рублей можно очень вкусную тушенку купить, прям нормальная будет. Я же недавно обзор делал, и вы видели все это. За 100 рублей, ну там будут маленькие кусочки, но в принципе тоже съедобно. Меньше 100 не бывает вкусной тушенки. Итак, открываем банку, если там большие куски и никаких жил, маслов, хрящей нет, чуть жирочка и все это, приятный соус, то есть бульон, то это пятерка. Если там маленькие кусочки будут и мяса мало, то это значит, ну, соответственно, тройка. В банке сверху жирочка совсем чуть-чуть, наполненность хорошая. Но почему так мало жира? Давайте вывалим сразу на тарелку тогда и посмотрим, что там. Может быть, очень постное мясо, ну то есть прям совсем постное, тогда жира мало. Наполненность хорошая, смотрите, банка полная. А, может, наверх ногами? Ох ты, вот это да, вам видно? Какой тут кусьмяк. Это кусок жира. Почему так мало тогда вытопилось? Может, ее не дотопили? Обычно с такими кусками жира сверху много всего бывает. Здесь огромный кусьмяк. Смотрите, какой. Это прям цельный кусьмяк свинины. О, большое кусковое. Это хорошо. Сверху здесь немножко жира. На небольшая жилка. Вот здесь вот есть. Вот жир. Тут вот что-то такое вот. Хрящик небольшой, но в целом тушенка, вы видите. Не вижу здесь ни лаврушки, ни перца, ни лука, ничего такого тут не вижу.
не сильно ароматная, просто какая-то свинина. Просто свинина. Вообще не пахнет лаврушкой. Приятное, но не хватает специй. Хотя бы чуть-чуть лаврушечки-то должно быть. Чуть-чуть перчика-то хотя бы. Поэтому в домашнюю тушенку, когда кладешь, когда делаешь домашнюю тушенку, всегда в банку чуть-чуть перчика, чуть лаврушечки. Слабо соленая, кстати, она. Абсолютно безвкусная, ее точно нужно чем-то разбавлять. В целом, это, конечно, неплохо, 130 рублей. Ну, 130 рублей, кстати. Это даже не 150. Нормально. И там, кстати, никаких скидок нету, никаких акций нету, ни скидочных карт нету. Там девушка спрашивала на кассе, говорит, а скидочные карты есть? Она говорит, нет, ничего нету у нас такого, просто обычные ценники. Ценники, то, что никаких скидок нет, это хорошо. То идешь в магазин, думаешь, сейчас брать. Или завтра, когда это по полцены будет. Или вчера купил за 200, сегодня идешь, смотришь, она сегодня по акции по 100. Там колбаса, какие-нибудь сосиски и прочее. Были бы все ценники без скидок, без этих просто ценники, это было бы удобно, конечно. Итак, сыр голландский. 500 рублей за... 550 за килограмм. Это очень дешево для сыра. Он в магазине, в холодильнике был мягкий, а сейчас он прямо растекается. Это не твердый сыр. Это, по-моему, полумягкий какой-то сыр. А, если не написано, что он твердый. Этикеточка простенькая, упаковочка простенькая. Нам остается только открыть этот сыр да попробовать. Ну, держится этот сыр легко, потому что он мягкий, к ножу он не прилипает, вернее, отлипает хорошо. Он очень мягкий, его даже хочется вот так вот помять, пожамкать, как пластилин в руке. Ну, это реально такой, сказать, полужидкий сыр. Голландский, в принципе, 500 рублей за кило. Это очень дешево. Сейчас за 500 рублей в Магнит идешь, когда покупаешь за 500 рублей кило, там такой сыр, что уж точно язык не поворачивается назвать это сыром. Здесь тоже вот он и к рукам прилипает, и где я его помял, он так немного шероховатый какой-то становится. Как будто он лежал на жаре. Знаете, когда сыр иногда на жаре лежит, он такой расплавится весь. Невкусно. Вкус у него не очень приятный. Чудо не произошло. Тот сырок, который за 800 рублей вот с последнего обжора я пробовал из Ермолино, был вкусный. Этот разлазится. Нет, такой сырок я больше не взял. Вот где я потрогал, он такой уже подозрительный становится. Ну, съесть можно, но за 400 рублей примерно такой же светофолии продается. Не, не очень. Дешевле 800 рублей сыр не может быть хороший. Это уж очень как-то непонятно, из чего сделано. Ну, технология, видимо, такая простенькая. Жидкий сыр. Полужидкий сыр. Итак, доширак. Я поставил чайник разогреваться. 9 рублей доширак. Зачем такое делают? Это же вообще невкусно. Ну, не может быть вкусно за 9 рублей это. Хотя здесь написано по-азиатски вкусно. Натуральные пряности из высшей муки, ну, из муки высшего сорта. Я, кстати, никак не смог вот эту надпись перевести, которая здесь на упаковке. Тут какие-то иероглифы. Я пробовал и японский, и корейский, и китайский. Но ничего это не переводит. Переводчик, может, кто подскажет. Знаток языка. Что здесь написано? Для красоты есть просто на корябле что-то? Или это какое-то все-таки смысловое значение имеет? Внутри вермишель. Она тоненькая, обычная пачка, брикетик, сухие, конечно же, приправы, там два отделения, хотя можно было все в один, в принципе, сыпать. Вот здесь нужно как-то ее объективно оценить. Стоила она всего 9 рублей, и вот по этой стоимости нужно ее как-то оценивать. В тарелке что у нас получается? Порция лапши, бульон. Вот смотрите, бульон, он даже не бесцветный, зеленушечка какая-то там плавает, маленькие кусочки. Пахнет это... Ну, не просто водой пахнет. Лапша скудная, конечно, но не развалилась, не разваливается. Так я ее поднимаю на вилке, она вроде даже упругенькая такая. Бесцветная, конечно, лапша. Давно я не ел такую лапшу. Вермишель, пробую. Сразу такую попробую. Она не очень вкусная. Так, мягко сказать, это соленая жидкость. Зеленушка даже, которая здесь есть, она не чувствуется. Лапша есть. То есть за 9 рублей дешевле только воздух, в принципе. Сказать, что это вкусно? Нет, так нельзя сказать. Это имеет какую-то, наверное, пищевую ценность. То есть утолить голод этим можно, если очень голодный. Но сейчас столько много разной лапши, можно за 30 рублей купить, она будет прям, ну, прикольная. Хотя вот я помню, вспоминаю, когда я был совсем ребенок, я ее же тоже ел, у нас появилась как раз такая лапша, помню, на рынок бегали, по 20 копеек покупали, а на ком у нас было, на ком. Так вот, мы ее ели и так, нам казалось очень вкусно, мы ее и сухой даже ели, просто посыпали, жевали ее. Но все равно это рекорд. Это рекорд, потому что 9 рублей, потому что это дешевле некуда. Уже везде она по 10, и даже по 11, и больше, по 12, здесь 9. То есть все равно даже здесь дешевле. Как там? По-азиатски вкусно? Нет. Все, что азиатскую лапшу я пробовал, она, во-первых, острая, а тут
Даже самое, которое не острое. А тут ничего такого нет. Просто надо дать попробовать ему тут вот лапшу, сказать, русские такое едят. Нет, это невкусно. Ладно, ребят, давайте попробуем напиток. Я как раз чайник заварил. Упаковка очень прям щедрая. Но щедрый год называется цикорий. А почему люди пьют цикорий? Ну, потому что это примерно по вкусу как кофе. Цикорий я уже много раз показывал. Я его и сам выдергивал, и сам этот корешок заваривал. Вкус приятный. А не содержит кофеин, конечно же, в отличие от кофе. 100% натуральный. Повышает иммунитет, улучшает пищеварение без ГМО. Вот почему улучшает пищеварение? Потому что здесь много... инулина. Вот здесь написано даже на упаковке не менее 25%. Инулин. Мы, современные люди, стали мало есть пищевых волокон. Вот все переработанное, все очищенное, рис очищен, там все остальные крупы очищенные мы уже едим. Поэтому пищевых волокон мы стали есть мало. И поэтому здесь так и написали, что инулин – это хорошо, улучшает пищеварение. Его нужно есть. Смотрите, какой цвет у него симпатичный. То есть он не горелый. Бывает, прям возьмешь цикорий, он такой черный-черный, неприятный. То есть степень обжарки у него хорошая. Мне нравится, что такой непережаренный. Отлично. Давайте его же заварим, этот цикорий. Это все, болтаем про него. Пахнет приятно. Заваривать. Берем ложечку. Ну, так же, как и кофе. Можно две. И просто кипятком. Цикорий – это хорошо. Так же, как и иван-чай. Цикорий – это вообще замечательный продукт. Кому кофе уже надоел, можете попробовать. Вкус у него, конечно, отличается от кофе. И кофеина здесь нет, он не так бодрит. Ну, действует совсем по-другому. Зато он очень полезный. Надо добавить сюда и сахарка, и молочка, все как обычно. То есть, я думаю, сейчас все, в принципе, уже знают, что такое цикорий, пьют цикорий. Делается он, кстати, может, многие не знают, не из цветков, потому что здесь всегда цветки вот рисуют, цветок цикория из корешков. Корень режут, жарят, молят и делают из корней. Приятный вкус, не пережаренный, отличный, хороший аромат, очень вкусно. Упаковка у него на зип-застежке. Вот здесь вот все это закрепляется. В общем и целом за 79 рублей 200 грамм Серега точно рекомендует. Пейте цикорий. Цикорий – это хорошо. Остается только попробовать морожку. Морожка очень дешевая была. Да, 34 рубля в чеке. Но чтобы 34 рубля, это не может такого быть просто. Сейчас я достану морожку. Называется тоже Светаева, шоколадная, сразу читаю состав, цельное молоко, сливочное масло, потом уже только вода и сахар, и какао-порошок и так далее. В последнем обжоре из красно-белого я тоже за 35 покупал рублей мороженое, и там на первом месте была вода, и она была прям водянистая, и 10, но такого, ну как это может быть за 35 рублей, 34 рубля, объясните. И здесь еще целых 100 грамм. Нет, такого точно не может быть, чтобы это все было вкусно. Давайте откроем, посмотрим. Это немножко уже растаяло, я подморозил в морозилке. Ну, морожка выглядит как морожка. Обычный стаканчик. Если беру ложку и так пошершавлю ее чуть-чуть, ну, это хрустит. Хрустит, конечно, оно как будто замороженное, как лед замороженный. Но пахнет вкусно. На вкус очень вкусно. Слишком тут вот какой-то лед. Здесь немножко льда. Наверное, она все-таки растаяла, и вот эта часть, она сюда больше воды вытекла. Снизу очень приятный пломбир. Прямо вот снизу где. Отличная морожка. Это, наверное, знаете, просто специально цену сбивают. Иногда так часто делают на какую-то категорию продуктов, специально занижают цену. Но это реально вкусная морожка за 35 рублей. Это лучшее, что я сегодня попробовал. Это очень дешево для такой морожки. Растаяла, конечно, немножко подтаяла. Но в целом это вкуснотища, прям вкусно. В общем, ребят, давайте подводить итоги. Сегодня я первый раз сходил в Чижик, попробовал всю вот эту вкуснотищу. Я, честно говоря, ожидал другого. Я думал, что это будет, ну, типа пятерочки, типа красная цена. Вот это вот я опять начну пробовать, говорить, какая это гадость и прочее. Потому что это же пятерочка, правильно? Я же делаю пятерочка. Вначале о минусах давайте расскажу, что мне не понравилось. Что первый раз в магазине, что бросается в глаза. Ассортимента практически вообще там нечего выбрать. Заходишь, одна макарошка стоит, там две консервы, растянута на целую полку одна какая-нибудь печенька, там консерва стоит, и там консерва стоит, мало. Магазин вообще не заполнен. Я помню, мы когда работали в магазине, там не знаешь, куда поставить, вот это вот пододвигаешь, там мерчендайзер приходит, говорит, чё ты залез на мое полочное пространство, там же все расписано. Полочное пространство обычно. Ну, там много брендов, поэтому там все расписано. Здесь, скорее всего, это все собственный бренд. Что «Щедрый год», что «Светаева», вот это, что «Вернер». Это все собственного производства, то есть, ну, под заказ все сделано. Вот это собственное.
Вроде как, то есть получается магазин собственной торговой марки. Ну, вроде бы по качеству, что понравилось. Качество хорошее, ничего такого не было, чтобы я сегодня взял и прям расплевался от этого всего. Мороженое – это самое лучшее. То есть дешево, 35 рублей, нет такой морожки сейчас нигде. За 35 рублей вкусно. Но если не растаяло, просто пощупайте так. Если оно не растаявшее, то прям берите обязательно. Что еще? Пятерка, цикорий. Отличная обжарка, очень вкусный, берите цикорий. Кабачковая икра, пятерка. Если видите, что Славянск на Кубани, берите. Это, скорее всего, вкусная кабачковая икра. Завод отличный. А, колбаса. Колбаса, которая на йод не реагирует. Отличная колбаса. Вкусная. Копченый аромат ядерный. Ну, в принципе, по составу отличная. Ну и по вкусу нормально. Пятерка. Сахийские мне тоже понравились. Твердая четверка. Рыхлые немного, но в целом очень даже съедобно. За 500 рублей, я уж понял, сыра вкусного вряд ли будет. Это все такой полужидкий сыр. Ну, можно съесть, но тройка. Пшенка хорошая, но без специй. Чебурек за 40 рублей. Если вы такие штуки кушаете, то можно перекусить. На упаковка от лапши. Ну, такое не берите, ребят. Это невкусно. И вроде 9 рублей тоже не деньги, да? Но это вы возьмете, и 9 рублей, ну, невкусно. Лучше накопите на 30 рублей тот же бигбончик и купите хотя бы бигбончик. Магазин в целом мне понравился. Неплохо, неплохо. Хоть и ассортимента мало, но ты, если пришел, сосиски взял, то это не гадость. Очень интересно послушать ваше мнение, какой у вас чижик. Мне так показался маленький какой-то. Я ожидал, что это будет прям большой магазин. Мне про него так писали, а я зашел, там что-то совсем мало всего. Напишите, какой у вас чижик? Что-то совсем маленький у нас какой-то. Но я съезжу, потом у нас же 3 их открыли уже, поэтому я в следующий раз туда съезжу и посмотрю, что там. Но большой плюс в этом во всем есть, что это не самая дешевая гадость, которая может быть. Потому что если бы этот магазин был красной цены, то я бы разочаровался. А в целом это очень даже приятные оказались продукты. Поэтому зайти туда еще раз можно. Потом я с вами попрощаюсь. Жду вас на этой же кухне через пару дней. С вами был, как всегда, несменный ведущий, всеядный Серега. Увидимся. Хорошего настроения. Пока.